Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Zombie Age 3. Добро пожаловать в игру Zombie Age. Готовы к первому заданию? Первая кровь. Ну а как ты думаешь, хлыщ, конечно, готов. Так, использовать предметы, переместить, переключить оружие. И я расскажу о правилах выживания во время зомби-апокалипсиса. Правило 1. Никаких привалов. Джойстик в руки и вперед. Ну что, давай попробуем. Правило 2. Стреляйте во все. Коснитесь, чтобы выстрелить. Понял. Правило 3. Носите нож, в нем патроны не заканчиваются. Нож? Приближается зомби. Ничего страшного, просто глядите в оба. Просто вот так вот. Легко, да? Сейчас я их добью и вытащу вас отсюда. Хорош, 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 ребятуль. Ребятули. Иди сюда. Иди сюда, тебе сказал. Хлыщи. Вот так вот. Задание выполнено. Садитесь в вертолет и улетайте скорее. А я могу улучшить, да? Монетки. Да и доллары, по ходу дела. Давай, глянем. Значит, только монетки прибавляются. Хорошо. Так, поздравляет. Задание первое завершено, и я получаю награду. Смотреть. Снарядить. Ого. Улучшить. Отличная работа, дорогуша. Я под впечатлением. Под впечатлением. Так, задание 1. Легко. А что это за подарочек, ребят? Пока не хочу. Задание 2. Легко. Бесплатно. Так. Ну что, давай попробуем. Задание 1. Подсчет убитых. Буду через несколько минут. Убивайте зомби по-своему. Только смотрите, чтобы вас не съели. Цель. Очистить улицы. Снарядить. Выбор. Так, смотри, у нас... О, так у нас тут еще, ё-моё, персонажи будет целая куча. Это круто. Пока я играю вот этим вот парнем. Кстати, наушники как у меня. Такие же у меня дома. Прическа почти у меня, правда, я побрился наголо сейчас. И лысый, лысый, ребята. Лысый, стильный рейчик. Трамп. Нифига. Так, ладно, давай мы, наверное, с тобой уже пойдем играть. Цветочек. Приготовиться. Правило 4. Чем больше оружия, тем лучше. Испробуем новое. Это автомат. Коснитесь и удерживайте для стрельбы. Изи. А где патроны? А, вижу я, где патроны, ребят. Или это... А, вот они, патрончики, все, понял. Голод зомби. Новое достижение, ребята. Ой, ой-ой-ой-ой, это что за... Так. А ты видел, какой там зомби маленький хлыщ, вылез? Немножко меня даже шуганул, гаденыш. Так, ну что, надо смотреть, наверное. Так, я получаю 1764 монеты. Улучшить оружие первого уровня. Так, прогресс повышение. Награда. Так, использовать усиление. Завершить. Ага. За доллары не хочу. Так, забрать ежедневку. Снарядить. Так, достичь. Мы с тобой что-то... Ага, забираем 5 долларов. Казино какое-то у нас. Вращать бесплатно. Новичкам везет у вас, да? Я так понимаю. Бесплатно. Ну, это 100%, наверное, за рекламу. Ага, о, даже какие тут игры. Понял. Ну что, снарядите. Что мы можем снарядить? Обучить. Что я сейчас обучаю, ребят? Ага, понял, вижу здоровье, да, у нас? Так, я уже 2 звезды имею.
Два друга. Я могу взять Трампа и могу взять Хавка. Но я пойду на задание. Нянька, ребенок до сих пор в городе. Найдите его и приведите домой в целости и сохранности. Защитите ребенка. Его? Защитите меня, говорит ребеночек. Эх, кувалда. Парень, ты куда пошел? А, так он... Парень со своим... Леденец, а у него еще и бита в руках есть. Так, вот этот хлыщ мне не нравится. Так, идем. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Тихо, 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 роднульки. Успокоились. Все, что ли? Иди, пацан, домой. Так, и мы тоже полетели. Дед Мороз вместе со мной. 2000 монет у меня. Так, что дальше у нас? Назад. Задание 5, нормально. Так, легко. Зомби тоже любят бургеры, из-за чего мы и голодаем. Отправляйтесь в город и раздобудьте фастфуд. Найдите 6 бургеров. Погнали. Так, я один буду, да? Найти и собрать бургеры. Я уже понял. Ломаем холодильник. Ох. Так, опять вертолет прилетел. Я еще не успел ничего сделать, он уже прилетел. Все, что ли? Ну да. Легкий довольно-таки уровень был. Ну что, назад. Задание 4, легко. Это единственная возможность. Задание 4. Последний рубеж. Это единственная возможная лазейка для зомби. Оставайтесь на месте, мы скоро будем. Так, защитить себя. Защитить себя. Окей. Ага. О-о-о-о. Ну хорош, хорош, ребятули. Нам, наверное, как-то автомат надо улучшить, да? Именно по боезапасу. 7 секунд осталось. Ну что, вот это вот что такое? Понял. Все, продержался. Задание выполнено. Садитесь в вертолет и улетайте скорее. Летели? Так, давай не будем смотреть с тобой. Вроде бы и так все понятно. Так, завершено, вы получаете награду. Да, бич уровня первого разблокировано. Хм. Она у нас имеет способность. Так, 20% урона от взрывчатых веществ. Но это требуется третья звезда. Также тут есть, ребят, скины. Так, ну у нее скорость-то хо-хо-хо, будет покруче, зато в остальном все вшивенько, да, получается. Я, наверное, хотя, давай обучим чуть-чуть. Чуточку буквально. Так, цели забрать. Просто заберем с тобой. Казино опять, что ли? Давай, бесплатно, если дают возможность, почему бы не крутануть. Так. Одну гранату мы с тобой получили. Ну что, тут задание 7 легко, задание 6 легко. А что они вдруг такими легкими-то стали? В городе царит хаос. Мы должны взять все под контроль. Начинайте прямо сейчас. Убить 6 зомби-пилотов. Убийца зомби. Зомби-пилоты, говоришь? Ну давай посмотрим. На, расколбасы. Тихо ты. Мне еще там сзади.
Не могу понять одного, ребята. Почему у меня периодически он разворачивается назад, когда я жму... Ого! Кто такой? Хлыщ. Так, микроволновка и бургеры здесь, нет? Так, разбираемся. Нормуль. Я успел, ребят, себя защитить. Просто когда идешь вперед, да, хочешь атаковать зомби, и получается так, что меня разворачивает в другую сторону. Не знаю почему. Так, слушай, дробаш будет скоро. А с дробачком-то так, награда за первую покупку. Да иди ты своими покупками здесь. Смотрите, что у нас есть, кроме пистолета? Оружие. Есть, есть. Ага, требуется 4-й ранг. Но у нас пистолет. Я тебе скажу, вот это какое-то фуфло на самом деле. М3 Super 90. Нет, что-то мне не нравится. Мое оружие куча всего. Опа, 1000 монет. Так, идем с тобой на 7-е задание. Мертвые гонки какие-то здесь еще. Не, давай вот на 5-е пойдем. Взорвать, задание 5. Улицы заполнены живыми трупами. Нужно сбросить бомбы и очистить город. Как скажете? Да что же вы все время меня... Поиграй да поиграй, говорят. Взорвать зомби ядерными бомбами. А где бомбы? А, вот. Найс. Все, что ли? Это вообще было супер изи. По-другому не скажешь. Так, ладно. Поздравляем. Так, я получаю награду, ребят. И дробаш у нас с тобой. Так, а вот что... О, вот, я могу его сюда, ребята, вставить. Ну, прекрасно. Так, усиления какие-то у нас. Половина боезапаса оружием в руках. Полная перезарядка всего оружия в руках. Ага. Так, у меня Наташа, ниндзя. Ниндзя и даже. Какая-то Наташа. Так, ладно, хорошо. Не пропустите, уникальное предложение. Да, конечно. Так, у нас задание 7-е, до сих пор еще все легко. А требует ранг 5-й сюда, прикинь. Выжившие, это новый режим какой-то. Так, скорее убьют же. Убейте как можно больше этих безмозглых. Задание 7. Скорее убьют же. Убейте как можно больше этих безмозглых созданий. В конце концов, вам нужно найти выход. Нам нужно найти выход, о чем ты? Погоди, а нафига я дорб... Найти выход из города. Зачем я дробаш взял, а? Ребят, скажите мне на милость. А вот не надо мне автоматическую ходьбу, пожалуйста, подрубать здесь. Ай-яй-яй. Слушай, они меня окружают. Да иди ты, хлыщ. Ну чё, выкусили? Гадёныши. Устрою вам кузькину мать. Тройное убийство, комбо. Да, если когда их тут будет много, а если, например, какие-нибудь супер-пупер зомби, то я вообще сфейлюсь. На раз, да? А задание 10 легко. А почему-то 9 нормально. Так, забрать. Ну что, давай, наверное, тогда сделаем с тобой. Что за мертвые гонки? Правила простые. Жмите на газ, продираясь сквозь волна зомби, иначе ваш мозг сожрут. Цель — жать на газ, чтобы выжить. Давай посмотрим. Приготовься. Моя любимая игрушка
Берегись, зомби. Направляй вверх-вниз. Ага, Майк джойстиком понял. Все, я врубился. Ускоряйтесь и давите орды зомби. Колесом. Что там? А как ускоряться-то? Ух, ё! Ничего страшного, с первого раза ни у кого не получается. На самом деле я не готов был увидеть такого зомбаря впереди. Не пытайтесь его сбить, я понял. Офигеть там, чувак. Легко тогда на газ, чтобы выжить. Я и так жму на газ. Я так жму на газ, что прям этого хлыща можно бомбануть. Обожаю, обожаю, ребят, давить этих сосунков. Смотри, как прекрасно получается у меня. Мне сразу вспомнилась игра «Вперед на зомби-войну». Ой, нет, не «Вперед на зомби-войну», но этот тоже там одна из, как сказать, серий, где надо было на мотоцикле давить. А тут нет никакой цели, да? Я просто должен ехать и все. Зачем? Зачем ты так сделал, Рэй? Господи. Так, все, да? Отмену. Сожрал. Тетка пришла и просто съела меня. Так, в продаже Иронхайд. Вот этот, да? И сколько он стоит? А, за донат. Спасибо, не хочу. Так, ну что, тогда мы с тобой идем на вот это задание. Задание 8. Кровавое лекарство. Больница переполнена зараженными людьми. Достаньте над... Задание 8. Кровавое лекарство. Больница переполнена зараженными людьми. Достаньте нам флаконы, пока не поздно. Собрать 7 флаконов. Пошли. Давай, 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 родной. Так, найти и собрать флаконы. Да я уже понял. На, на, хлыщ. Обожаю кромсать. Ать. Ну что ты по головике? Ах ты гаденыш. На меня руки свои поднял, а? Вот так вот. Рисковал, конечно. А, так нам и нужны эти флаконы, получается. Так, сколько еще нужно? Еще 2. Ай-яй-яй-яй-яй. Да куда ты бросил-то, господи? Я не знал, что он уничтожает всех. Вот гранату бросает, все, кто на площади, на экране, они все погибают. Я думал, это немножко по-другому. Нужно попасть именно гранатой. Но тут немножко другая система. Так, ну что? Оу, задание 11, задание 9. Нормуль. Так, подсчет убитых. Ага, это мы с тобой уже играли. Нам просто нужно выжить. Вернитесь в рекомендованные. Не знаю. Не знаю, о чем ты. На, на. Помнишь, когда-то я играл в игру про повара, который воевал с этими, с растениями, ой, с едой. Вот здесь то же самое. Раскромсули да свидули, я тебе скажу так. А я ведь могу улучшить молот или поменять его в конце концов. Вот и все. Мы выжили. Пока все довольно... Ой, я рюкзачок не подобрал. Блин, ребята. Там был солидный рюкзачок лежал. Так, задание 10, легко. Зомби окружает дом Карла. Проберитесь туда и спасите дедушку. Карлу нужна помощь. Ага, нифига там терминатор. Так, так, дедуля здесь, почему я должен пробраться в дом? Защити меня. Дед, понятно все. Будем тебя защищать.
Жалко, что я, конечно, тут один. Дедуль! Я все, конечно, понимаю, что ты там ходишь медленно, как наложив штаны, но... Дедулечка! Не нервируй меня, пожалуйста, а? А то я тебе сейчас быстрее зомби прикокошу здесь. Нет, дед, ты нервируешь, а? Так, цветок тут еще какой-то. Куда ты свой пасть открыл? На деда. А ты куда лезешь? Так, все, у меня закончились патроны, блин. Дедуля, ты так и сказал бы, что я тебе просто должен... А. Вот он. Пакет. Я не могу взять сумку. Ты видишь, там сумка лежит, а я ее не могу подобрать. Ай-яй-яй. Я думал, что нам деда нужно в дом куда-то отвезти. А он, видишь, просто ждал, когда вертолет прилетит. Так, задание 13 легко. Тут нормал. Казино. Можем вращать с тобой. Угу, деньги. Ох ты. Солидно. Так, снарядить. Ранг 5. А как мне понять, какой у меня сейчас ранг в данный момент? А? Так, я могу ее обучить, что ли? Усиление. Купить. А, магнит для монет. Купить, конечно, ребят. Стоит он... Ах, вот оно что. Все, я понял. То есть это не на постоянку, да? Бегайте и стреляйте, как сатана, 2 минуты. Сколько стоит? 15 бакинских. 100% урона на 2 минуты. Железный человек. На 2 минуты сколько? Одна штучка стоит $30. Байки, оружие, вот, по оружию, что у нас тут? То есть только дальний бой, ближнего нету, да, получается? Ближний у меня только одна, кувалда. Тогда прокачиваем, да, нашего бро. Ать. Прекрасно. Прекрасно я его прокачал, ребята. И задание 11, нормально. Сжечь дотла. Они значительно превосходят нас по численности. Нужно найти способ сжечь их дотла. Взорвать заправочные станции. Да? Так, ладно, хорошо. Погнали, короче. Дед этот. Отменяемся. Все. Я почесал. Взорвать заправочные станции. Понял тебя, Ник Фьюри. Тихо, тихо, тихо. А где станция-то? Это телефонная будка? А, нет, станция. Эй, куда ты встрял-то? Солидно. Шикарно. Блин, пистолет какой-то. Ну, не особо хорошие, ребята. Вот, наверное, что нам надо. Слушай, лучше, наверное, вот так вот даже. Сколько их нужно? А, это последняя, да? Это была последняя станция. Цветок. С монетками. Уходим, уходим, уходим. Уходим, говорю. Одни глаза только... В разные стороны разлетелись. Так, прогресс повышения. Еще чуть-чуть, ребята, и мы с вами повысимся. Так, задание 13. Легко. Это единственная возможная лазейка. Так, это мы с тобой уже знаем. Что это, типа, лазейка единственная? А, здесь я должен защищаться. Все, я понял. Ну, где вы там, халабуды? Да никто не пройдет из вас, хлыщи.
Я надеюсь на это, что никто не пройдет, потому что у меня потом патроны кончаются. Тихо-тихо-тихо, роднуля. Бежит с перебинтованной головой. Так, сколько еще? 6 секунд. А, этот зомби усиленный получается, да? У него защита головы. Но я-то выдержал в любом случае. Так, вертолет прилетел. Сматывать. Удочки и улетайте. Прекрасно. Да не буду я смотреть ваши эти. Когда прогресс-то повысится? В конце-то концов. Так, 14-й нормал. А, тут 12 уровень я пропустил. Так, в городе царит хаос, мы должны взять все под контроль. Понял. Берем под контроль. Все, абсолютно все. Ать. Так, пошли, по-моему, усиленные зомби, я смотрю. А это еще бежит очень быстро, оказывается, зомбик-то. Патроны кончаются, друзья мои. Да иди ты. Да на, распишись. А, я должен вот таких вот больших зомби уничтожить 3 штуки. Это типа их папочка, да? Это их папочка. Все. Папочку мы накрыли. Подожди. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, надо сматываться. Как интересно мне улучшить оружие или прокачать его? Потому что я прокачиваю пока только сам себя. Снарядить. 3 звезды. Это у нее от пистолетов, а у девчули... А, от взрывчатых веществ. Усиление, полная перезарядка всего оружия в руках. Это у нас, по-моему, кто? А, это хавки. Откроется ранг. Как узнать, какой ранг? А, у меня ранг 4, ребят. Пока лишь 4, да? Ну что, у нас какие тут миссии-то еще есть? Вот. И вот. 15-й. Так, пойдем, наверное, в казино. Как же надоело ничего не делать. Давайте найдем несколько жетонов и развлечемся в казино. Собрать синие жетоны. Счастливая семерка. Окей, как скажешь. Счастливая семерка, так счастливая семерка. Можешь не повторять мне, я уже понял свое задание. Найти синие жетоны. Шикарненько. С удара просто. Что-то жетонов я не вижу. Задаем жару. Я получил достижение, ребята. Битым. Ага, вот они, жетончики. Но мало еще. Эть. Вот не стоит так делать, чтобы они тебя окружали с двух сторон. Но это в любой игре, ребят. Именно про зомби. Никогда не позволяй зомби стоять у себя за спиной. Так, где мой дробаш? Вот так вот. Вот так вот. Щеглы, а. Ты гляди-ка на них. Взяли моду тут. Народ пожирать. Где жетоны, ребят? А, вижу игровой автомат. Бросим. А то их там что-то начало уже копиться чересчур много. Найс. Ну. Да когда ж прогресс-то цели? Так, нанести критические удары 50 штук. Ага. Собрать монеты на карте 3 раза. Запросить подкрепление. Недельный прогресс. Еще и недельный. Так, достичь. Я что-то, ребят, получил. Забираем. $5. Ну что, 15 уровень у нас, да, с тобой?
Мы можем 17, я так понимаю, да, с тобой сыграть. Кто-то в городе пытается создать еще более огромных существ. Отправляйтесь туда и остановите их. Цель — уничтожить зомби-машины. В плане? Иди отсюда. С этими только так, ребят. Ага. А мне не наносят, да, вреда вот эти вот взрывы. И это хорошо. Так, жирный, вали нафиг отсюда. Так, я понял, кажется. Я понял, что нам нужно с тобой сделать. Лови. Сюрприз. Но больше у меня таких сюрпризов не будет. Нет, я, конечно, могу купить. Наверное, где-то. Где-то посредине лета. Вот она, это. Слушай, не все так просто. Человек-курок. Блин. Так. Офигеть, по ней надо бомбашить, чтобы ее сломать. Да давай ты, господи. Жрут же нас сзади, ты понимаешь? Жрут. Поедают, как мясо. Фух. Успел. Нифига себе, легко. Манало такое легко. Ничего легкого я тут не увидел. Блин, да когда же прогресс-то сделается? Цели. Забрать. Так, это получается что у нас? 3. Если вместе, то 6, да? Ну да. Так, 12 тысяч у меня в данный момент бабла. Достижение. Забрать. И в казино. Давай вращать. Так, деньги, да? Найс. Так, теперь я могу что сделать? Могу, наверное, улучшить. Слушай, может быть, этой девчуре сыграть, а? Давай чутка побегаем за нее. Так, какой у нас там уровень дальше идет? Задание 22, а где 18, 17? Что-то я не понял. Так, выжить, да, значит, говорит. Не стой, подожди, я не понял. Интересно. Я хотел сыграть за девчулю. Мне сказали, дудка тебе, да, а не девчуля. Ну куда ты лезешь? Вот куда ты лезешь-то, а? Паршивые цветки, куда вы лезете? Так, дай-ка я. Таким вот образом повеселюсь. 2 секунды. Вертолетик, ты где? Вот он, красавчик. Нет, подожди, я хотел за девчулю поиграть. Почему-то мне не дали. Может быть, ее надо было где-то... Как тебе сказать-то? Ого, задание 18. Может быть, где-то надо было ее именно взять, снарядить. Вот, берем. Вот, выбранные, выбрать надо было. Все. Так, она у нас с мачетой. Так, Мэрилин до смерти надоели зомби. Вы ее единственная возможность покинуть город. Защитить актрису. То есть... А, Мэрилин Монро. Мэрилин ее здесь назвали, я понял. Защити меня. Защищу. Не волнуйся. Ну, пойдем, 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 Мэрилин. Так, сколько нам там еще с тобой? Да ладно, ты серьезно? Они ее жрут. Ты куда пошла-то, дуреха? А, я понял. Да... Отвалите все от нее. Так она стоит еще, хоть бы двигалась бы, блин. Нет, она, блин, стоит, любуется. Фух.
так можно было бы и сфейлиться. Все, сваливаем тоже отсюда. Блин, нехватка патронов, вот что меня смущает больше всего. И прогресс повышения почему-то не дают. Почему? Не знаю. Ну что, дорогие друзья, давайте мы с вами на этой ноте закончим это видео. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!